Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Давайте посмотрим, какие же планы у мужчины на вас. Пришло время это узнать. Какие планы у него на вас? Так, говорит, что то, что я тебе обещал в прошлом, безумно хочу это исполнить и сделаю это. Смотрите как, девчоночки, если мужчина вам обещал что-то в прошлом, озвучивал, да, вы уже знаете, о чем речь. Если же он вам не говорил об этом, то здесь у него точно есть какой-то план с прошлого, который он хочет осуществить. Ну, давайте раскроем побольше, что там у него за план. Банан. Ну, сделать вас пентаклевой королевой, сделать вас своей женой, изменить ситуацию между вами. Да, девчоночки, говорит, слушай верховную жрицу, так и будет. Выйти с вами на новый уровень. Уйти от обмана, да, выйти от обмана, от определенной ситуации повешенной, подвешенной, которая буквально убивала его. Поставить все точки над «и», не страдать больше, разъяснить ситуацию мирно, дружественно. Для чего? Ну, для того, чтобы ворваться в вашу жизнь и сказать: больше тебя никому не отдам. Вот так вцепиться, знаете, как обнять вас крепко-крепко и сказать: я тебя никому не отдам. Ставьте лайк для исполнения, пишите, принимаю, благодарю, подписывайтесь на мой канал.